Cute face, but I'm looking pretty fragile. My attitude is twice my size. I'll meet you in the battle. I'll come around and knock you down. Look, I'm prepared for damage. Black to the pink. Watch it out, we're pretty savage. Следуй за ней. За кем? За той девушкой. Эй, что? А, та девушка. Девушка, в которую влюблен Михаил. Разве нет? Твой парень такой громкий, скажи ему утихомириться. Куда она пошла? Так заметно, что я здесь прячусь. Кстати, ты меня знаешь? Эй, притворись, что не видел меня. Ким Джо Джо. Она здесь. You should have picked something easy. Wait till I do, but I hit you with that do 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 do. Почему ты преследуешь меня? Ты же шел за мной. А мне тоже в ту сторону. Так странно. Выключила сигнал о любви? Ты смешон. Если продолжишь преследовать меня, я буду считать, что ты заинтересован во мне. Подожди. Мне нужно кое-что сказать. Хочешь поцелуй? Ты явно спятил. Этот розыгрыш уже не смешон. Это не розыгрыш. Куда ты идешь? Я же тебе нравлюсь. Тогда зачем делаешь вид, что нет? У меня есть парень. Я знаю. Если Ильшик узнает, тебе крупно не поздоровится. What you gonna do when I come through with that, too hot like fire. Я спрашиваю, это ты? А что если так? Тогда я прикончу тебя. Удар еще разок. Я все равно этого ожидал. Ты спятил? Опусти руку. Это я поцеловал Джо-Джо. Видишь? Тебе нравится Джо-Джо? Нет. Хватит врать. Мне не нравится Джо-Джо, потому что она нравится тебе. Эй, если поцелуй, значит, что она мне нравится, но на этот раз ты ведешь себя иначе. Все в школе знают наш секрет. Это ведь ты отправил. Какая разница? Это же правда, что мы целовались. Никто в радиусе 10 метров вас не любит. Верно. Рада, что для тебя все так просто. Я никогда этого не говорил. Мой сигнал не включен. Давай доверимся сигналу любви. Выбор за Джо-Джо. Кто-то в радиусе 10 метров вас влюблен. Почему ты не ответила мне? Как долго собираешься бегать? Почему ты не включаешь его? Включи свой сигнал любви, пожалуйста. Ким Джо-Джо, люби меня. Что это было? Ревность. А не смотри на айдолов и не говори о моих друзьях. Что с тобой? А если нас кто-то увидит? Пусть все видят, что ты только моя. Почему я веду себя как идиот в последнее время? Пошли. But it's so hard for me to be fake and act so nice. Please don't get me wrong. When you see me smiling, it's just me playing along. This is who I'm cut out to be, but you now wanna test me. I'm seeing you right through it. You should have picked something easy. I'll wait till I do, but I hit you with a do 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 do. Oh yeah, oh yeah.
Мне выключить? А что с ним не так? Ты ничего не чувствуешь? Из-за других девушек мой сигнал о любви звенит. Нет, потому что от тебя уведомления получаю лишь я. Почему ты такая красивая? Мое сердце бьется сильнее. Мы не можем свободно встречаться в школе. Мне все еще не совсем удобно. Не оставляй меня. Ты не сделал ничего плохого. Я поступила бы дальше. Словно ты хороший парень. Как можно быть таким милым? Это разрывает мне сердце. Я не могу дышать. Хочу уйти отсюда. Привет, Ким Джо Джо. Да. Помнишь меня? Я смог увидеться с тобой. Думаю, продолжу это делать. Увидимся. То, что ты делаешь? Ты занял мне место, купил кофе. Зачем все это? Ты правда не знаешь ответа? Я флиртую. Зачем ты пошел в библиотеку при полном параде? Потому что хотел кое-кому понравиться. Что? И кто же это? Неужели? Не ее ведь, да? Да. Это была Ким Джо Джо. Ты до сих пор любишь ее? Нет. Я все еще люблю ее. Эй, ты прекрасно знаешь, как Джо Джо поступила со мной. Кто-то в радиусе 10 метров вас влюблен. Держись подальше от Хэйона. Я не смогу смотреть на то, как ты разбиваешь ему сердце. Что я сделала? Ты бросила меня. Я не бросала тебя. Тогда скажи мне, почему ты так поступила? Видишь, ты ничуть не изменилась. Ничего не можешь мне сказать. Прости. Не извиняйся, я проигрывал сотни сценариев от ненависти до попытки понять тебя. Этому должна быть причина, она ушла неспроста. Что ж, в итоге все из-за тебя. Я очень надеялся, что на этот раз он не зазвенит. Ты ведь до сих пор любишь меня? Посмотри мне в глаза. Ты любишь меня? Любила. И теперь не знаю, смогу ли я кого-нибудь полюбить так же, как любила тебя. Но не сейчас. Это я разрушила наши отношения. Именно я предала твое доверие. Как я вообще могу тебя любить? Тогда тебе нравится Хэйон? Я хочу постараться изо всех сил. Да. А как же я? Ты не можешь постараться для меня? Прости, Соно.
Отправь уведомление Хайону при мне, тогда я поверю. Во всем мире нет такой защиты, как эта. Подумал, тебе пригодится? Я хочу, чтобы ты страдала так же, как и я. Я украла улыбку Суну. Просто, чтобы не чувствовать боли. Когда я пожалела о том, что сделала, было уже поздно. Даже после покупки нового телефона защита продолжала работать. Мне нужно снять защиту. But I really wanna